Привет! Я Иван, сотрудник компании Aleco Machinery. И сегодня я расскажу тебе, как работает наша система управления разнотолщинностью пленки. Сейчас мы проведем два тестирования системы с разными стартовыми показателями 2 сигма в режиме реального времени. В результате вы увидите, как быстро и на сколько процентов уменьшится разнотолщинность профиля пленки. В первом тесте исходный показатель 2 сигма 5,68. Итак, поехали! Всего за 6 минут 2 сигма уменьшился с 5,56 до 1,5, то есть на 74%. Это очень круто! А теперь усложним задачу для нашей системы управления. Мы сместим матрицу относительно Дорна для того, чтобы увеличить разнотолщинность пленки. Теперь исходный показатель 2 сигма стал 9,04. Посмотрим, как наша система справится с такой задачей. И снова результат впечатляет. Всего за 10 минут 2 сигма уменьшился с 9,04 до 1,90, и это 79%. Представляете? Хочешь такие же показатели разнотолщинности пленки? Позвони мне!